Шутка. Пока влюбленная парочка гуляла по Кипру, держась за руки. Это вот эта парочка. Вот. В таких вот нарядах. Борецкий уже присмотрел замок. Он решил устроить там тюрьму. И уже раскрыл планы Соловьева на этот замок, что он готов читать лекции в частной тюрьме для иностранных агентов. Потому что Борецкий решил, что откроет тюрьму частную. А еще он заверил, что он общался с Владимиром Соловьевым, и тот готов приезжать в тюрьму для иностранных агентов и читать лекции заключенным, а также получил от него твердое согласие. А еще, что канал Соловьев Лайв будет круглосуточно вещать в камерах. Так что, господа, вот, замок уже оккупирован, а вот эти пока гуляют по Кипру, держась за руки.